Спынем беду разом. Республиканская профилактичная акция под такой назвой стартовала на территории в области. Яна накирована на попереджение дорожно-транспортных здарений по вине нецвярозых водителей и протягнется до 31 липня. Только за минулые выходные супрацовники ДАИ затримали 27 кировцев, которые находились за рулем у нецвярозом стане. За это продугледженный штраф от 50 до 100 базовых величин с позбавлением права керования на 3 года. За повторное порушение наступает криминальная отказность с конфискацией транспортного сродку.